Доброе утро. В нашей студии появился гость. Это Андрей Мохов, юрист. Сегодня мы поговорим о том, можно ли как-то получить компенсацию за корпоратив, который не удался или вам, может быть, не понравился. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. А кому вообще предъявлять эту претензию? К организаторам, то есть к тому месту, где корпоратив проходил? Ну, во-первых, давайте начнем с того, а кто является заказчиком этого корпоратива. Как правило, это в коллективе собираются некоторые денежные средства, и какое-то ответственное лицо идет и договаривается, обговаривает какие-то условия этого корпоратива. Если это конкретный работник, да, сотрудник, то получается, что он заключает этот договор вот с тем предпринимателем, который будет оказывать услуги. Таким образом, получается, это отношение между конкретным работником, как физическим лицом, и предпринимателем, индивидуальным предпринимателем, либо ООО. Получается, что заказчик – это один из ваших сотрудников, а отвечает предприниматель. Но обычно не составляются какие-то вот письменные договоренности. Да, и, наверное, это усложняет потом предъявление претензий и возмещение чего-то. В юридическом смысле договор этот, договор будущего, например, оказания услуг, да, либо там общественного питания, он фактически возникает, даже если он не существует в виде отдельного договора, но когда вы вносите предоплату, аванс, когда вам выдают чек, либо выдают какую-то там копию чека с расшифровкой блюд, которые вы, например, заранее заказали, фактически договор между вами состоялся в письменном виде. Поэтому претензии предъявлять можно и нужно. Ну, с точки зрения еды и напитков, да. Ну, как быть шоу-программой, например? Да, если, например, артисты не очень и ведущие с Дедом Морозом подкачали. В таком случае я бы посоветовал тем организациям, либо конкретным организаторам, да, в коллективе, которые этим занимаются, посоветовал бы в случаях, когда вы делаете раннее какое-то бронирование, вам важна конкретная дата, конкретное время, конкретное количество, например, мест в банкетном зале, вам важно конкретное меню, вас интересует качество, вот, например, да, культурной программы, вас интересуют какие-то конкретные, например, технические особенности зала, например, да, может быть, это не обязательно новогодний корпоратив, а может быть, на 8 марта, на 23 февраля, профессиональный праздник. В этом случае я бы посоветовал все условия, которые вам обещают, записать в каком-нибудь документе. Это может быть копия чека, это может быть какой-то иной документ, не обязательно договор, но они должны быть записаны. Каким-то образом можно проверить, ну, бывает по ощущениям, когда уходят, например, сотрудники с корпоратива, что как-то не накормили. Ну, то есть кажется, что как-то и салатов было мало, и как-то официанты не своевременно подносили обновленные блюда на стол. Это как-то можно отследить, зафиксировать, вот как часто и как много должно быть этого? В законе существуют механизмы, по которым можно предъявить претензию, можно попросить уменьшение ценной услуги, например, частичного возврата денежных средств, можно попросить, например, фактического оказания услуги, которая не была оказана, например, да, то есть пообещали что-то, но этого не было, да, то есть вы можете попросить конкретно все-таки исполнить обещанное, но, к сожалению, если вы не достигнете договоренности с вот этим вот местом, с предпринимателем по добровольному выполнению ваших требований, то, допустим, реагирование на претензию, оно занимает по закону 10 дней. Соответственно, если ваш корпоратив уже сейчас происходит, сегодня, да, то через 10 дней вам уже неинтересно будет получать, например, какие-то там дополнительные блюда, возвращать деньги вы будете тоже через некоторое время, а если это праздники, то в конце января, соответственно. И если договоренности не произойдет, то, к сожалению, тому сотруднику, который вносил предоплату, либо полную оплату, ему придется обращаться в суд. Но вот не приведи Господь, если, например, после корпоратива случилось отравление, да, здесь все понятно, претензия налицо, да. Но как, например, доказать, что официанты плохо обслуживали, медленно двигались, вообще не появлялись у стола, в зале, да, это нужно фиксировать на видео, на фото. Как эту претензию, скажем так, подтвердить фактическими данными? Во-первых, я бы посоветовал эти проблемы решать в процессе оказания услуг. То есть если вы, вот именно сейчас у вас эта проблема возникает, вам нужно сразу ее решать тут же. То есть потребовать надлежащего оказания этих услуг. Если блюда, допустим, вас не устраивают, то изначально заявить эту претензию, хотя бы устно.
а впоследствии, то есть либо подтвердить ее письменно, либо отказаться от принятия тех услуг, которые вам оказываются ненадлежащим образом. Как только вы их примете, то потом будет спорить довольно сложно. Вот вы знаете, когда, например, в салон приезжаешь ремонтировать автомобиль, и какой-то агрегат подлежит замене, то тебе обязательно в багажник, ну, я знаю по своему опыту, кладут значит, агрегат, который сняли, да? Все правильно. Да? То здесь можно как-то, например, зафиксировать, сколько бутылок, напитков, да, пустые бутылки, как можно проконтролировать нужное количество на столах напитков тех же появилось или нет? Доказательства стандартные. Свидетельские показания, фото, видео, любые доказательства, которые вы сможете собрать. В том числе и это могут быть свидетельские, это же как бы коллеги. Все правильно. Они же предвзятые в этом смысле. Никакого ограничения в этом случае закон не предусматривает. Любая заинтересованность оценивается судом. Поэтому вы не ограничены. Можно ли как-то вернуть деньги за плохую программу? Были ли вот такие случаи в вашей практике? В такой ситуации, если ваши претензии действительно обоснованы, если вы, например, заранее зафиксировали какие-то условия, и вторая сторона не выполнила их, то, как правило, это довольно просто решается путем, например, предоставления какой-то скидки, либо дополнительных каких-то, допустим, бонусов в виде блюд на вынос и так далее. То есть крупные заведения, сетевые заведения, либо заведения, которые хоть и являются местными, но работают по франшизе, то есть имеют федеральное название, но являются самостоятельными предпринимателями, они, как правило, не идут ни на какие конфликты с клиентами. А есть какой-то срок давности? Вот, например, если произошло вот этот корпоратив, который не понравился решительно, произошел он 29 декабря, а люди решили вот к юристу обратиться и там в суд только 10 января. Вот есть какое-то время, когда уже поздно жаловаться? Закон не ограничивает ни время на подачу претензий, ни время на обращение в суд. Существует общий срок давности – 3 года. В течение 3 лет любой истец обязан обратиться в суд. По истечению 3 лет, естественно, суд может в иске отказать. Другого ограничения нет. Спасибо большое. Андрей Мохов, юрист, был в нашей студии.